поменяю, маслицо поменяю, залью новое масло и фильтр поменяю воздушный. Масло 5.30 залью немецкое. Заправочка на промбазе. Так, 95 по 187. В общем-то, залился. Полный бак залил. Под горлышко, под завязочку. Что там показывает? Вон. Полным-полно бензинчика. Сейчас скинем по нолям. Все, одометр. Одометр по нолям. 89 764 километра. И в дорожку 3500 километров. Сейчас шуранем на запад, Каспийское море. В дорожечку вот такой вот компот, бизончик, Гиннес. Энергия создавать, не знаю, что это, новый какой-то. Попробуем, что это за Гиннес. Ну, энергетик какой-то тоже. Ромашечка Фьюсти. Неплохой вкус у нее. Хороший, короче говоря. Мне нравится. И вот такая вот конфета. Сникерс. Вот столько она у нас стоит. 395 тенге. Маслицо поменял. Хорошее залил масло. Немецкое. 5.30, 4 литра, и фильтр, естественно, новый масляный, фрамовский, и воздушный фильтр тоже поменял на дорожку. Все жидкости по уровню, антифриз уровень, в омываечку, полный бачок залил. И все, сейчас только еще сумочку дособираю. Там пару кое-каких вещей закину туда. И попер. Заехал на вулканизацию проверить давление в баллонах. В трех баллонах одинаковое давление, а в том баллоне маленькое давление. 1,3 показывает давление. Почти до полторашечки. Оказывается, там шнурок в баллоне стоял, и вот по шнурку он пропускал, сбрасывал давление, сифонил. Вот, ну а на дорогу ехать так нельзя, небезопасно, поэтому сейчас вот снял колесо, отдал на вулканизацию, чтобы старый шнурок оттуда вытащили и сделали заварку, эту дырочку заварили. Ну потому что если новый шнурок снова ставить, то вполне вероятность есть, что опять будет пропускать это 50 на 50. Поэтому лучше всего эту дырку заварить в баллоне, и все колеса были в порядке, чтобы баллоны были нормальными, без шишек, без порезов, и чтобы у них было давление одинаковое во всех баллонах. Это обязательно нужно проверять перед дорогой, перед поездкой. Вот поэтому сейчас колесо я сделаю и буду уверен, что с колесами полный порядок. Вот тут, короче, дырочка. Сейчас ее заварят. О, все. Дырочку заклеили. Заварили ее с той стороны. Так, ну что, город Тарас, первые 500 километров сделаны. Через 300 метров выполните разворот. Сейчас просто интересно гляну, что за городок. Так, быстренько пару улиц проскочу и сразу на выезд на Чимкент уйду. Центральный заездной, получается, проспект. Город Тарас. Монтана Спорт. Ух ты, какой магазин. У нас Монтана Спорт нету. Время
4 часа 20 минут 5. Некрупный городок, мелковатый. Интересные здесь здания, уже дома. Здания, дома своеобразные. Вывески такого формата. Так, первые 500 километров прошел, еще 3000 остается. Но высокие здания еще пока не здесь, я не увидел такие двухэтажные. Много старых домов. Вроде это как центр. Ну, не знаю точно. Так, ладно, здесь ничего не буду делать. Просто проездом, короче. Заскочил и тут же выскочил. Просто ради интереса посмотрел, что как. Здесь не был никогда в Таразе, поэтому интересно глянуть. Такие вот улочки. Старенькие, не широкие, узкие дорожки. Так, все, на выезд. Следующий Чимкент, потом Туркестан, Кызылорда. И, короче говоря, ушел туда, на Аральск, с севера, а потом на запад, на Каспийское море. Казахстан, Улы-Дала-Ели, Назарбаев. Так, вот это, походу, какая-то центральная улочка. Здесь такие крутые фешемебельные дома, строения. Вон, Терей. Какой-то центральный проспект. Широкая улица на раз, два, три, три полосы. Вот такие дома, украшенные огоньками. Светофоры здесь маленькие. Непривычно видеть такие светофоры. И быстро заканчивается. Счет быстрый. Ну, такой с подсветкой. Это, видать, какой-то центральный парк. Флагшток с флагом. Парк президента, что ли, написано. Что-то такое. Через 200 метров на развилке держитесь с левой стороны. Ага, понятно. Ну все, на выезд. На Чимкент. Надо бензинчику залить сейчас. 195. Сюда заехать, что ли? Залиться.